Турнир на призы поэта героя Мусы Джалиля традиционно собирает лучших батыров Татарстана. На этот раз за престижный кубок боролись спортсмены из 20 регионов России, от Ямало-Ненецкого автономного округа до Республики Крым. Турнир считается одним из самых престижных в России. Вот один товарищ сегодня говорил, всегда борцы между собой спрашивали, сколько раз ты выиграл чемпионат Татарии или России, не спрашивали, они всегда спрашивали, а ты сколько раз выиграл Мусаджа, потому что этот турнир всегда был очень престижным. Другая особенность турнира в том, что это турнир мастерский. Впервые после того, как татаро-башкирская национальная борьба «Куреш» вошла в реестр Министерства спорта России, победителям присваивается звание мастера спорта России. Вторым местом – звание кандидата в мастера спорта. В составе альметьевской команды – чемпионы Татарстана и России. После внушительных успехов в прошлом году, в этом они надеются на новые победы. Чемпионат Европы или чемпионат мира? Вот надеюсь, что эти соревнования проведут. И, стараюсь хорошенько подготовиться, подойти к хорошей физической форме, чтобы стать чемпионом. Особняком является команда из Крыма. Крымские батыры еще только начинают покорять борцовский Олимп, принимая участие в соревнованиях на территории России. Для них участие в турнире – бесценный опыт. Соперники очень хорошие были. С Татарстана за выход в финал боролся с сильным соперником. Я ему проиграл, очень тяжело было с ним бороться. Турнир очень понравился, мы первый раз на этой земле. Все достаточно на высоком уровне. Среди юношей во всех 9 весовых категориях татарстанцы заняли первые места. Что же касается альметьевских борцов юношей, то на их счету одно первое, одно второе и два третьих места. Среди мужчин представители Альметьевска заняли первое место в 3 весовых категориях. Это Марсель Гузаеров, Айвар Билалов и Руслан Нургалиев. Также в копилке наших борцов одно второе и одно третье место. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.